его нашего чемпиона мира. Спасибо нашим режиссерам и операторам. 10-6, оказывается. Мы переключились как раз, когда арбитр смотрел видеоповтор, видимо. Николай Ковалев впереди уже 10-6. И вот 11-й удар он наносит. 11-6. Еще раз напомню четвертьфинальные пары. Ростислав Красильников, Никита Проскура. Алексей Якименко, Вениамин Решетников. Камиль Ибрагимов, Андрей Аксенов и Дмитрий Даниленко, ну, по всей видимости, с Николаем Ковалевым. Поскольку, как мы переключили, Николай нанес 4 удара, а всего уже, по-моему, 7 подряд был, счет 6-6 мы видели. И вот сейчас 13-6 в пользу Николая Ковалева. И еще раз посмотрите в такой повторной атаке. Николай делает счет 14-6. Знаете, расписание немножко сдвинулось, поэтому нам трудно. Ох, защиту ответ со стороны Николая Ковалева. 15-6. Николай Ковалев тоже в четвертьфинале. Поэтому трудно сказать, когда будет следующие спортсмены выйдут на дорожку. Сейчас должны состояться поединки 1/8 финала в соревнованиях женщин. Давайте я назову пары.